День добрый, я на связи, я Макабаский. Сегодня мы продолжим с вами проходить Crash Team Racing, это 37-я часть. И сегодня на уровне арены Тини мы получим с вами желтый токен. Меня удивляет этот расизм, почему нас все время ставят на последнее место, потому что мы злые. Ну, мы не злые, мы не добрые, мы нейтральные, я имею в виду Кортекс, за которого мы играем. Ну, ладно, это легко берется, это не сложное место. Надо запомнить. Да-да, ты молодец. Я это делаю экспромтом, то бишь заранее не проезжался, где они лежат, не смотрел. Поэтому для начала надо выяснить, где они находятся. Ах ты ж! Почему именно по нам? Поста. Что-то я больше букв не вижу. Надеюсь, они еще существуют. Либо я что-то не понимаю, может быть. Эй! Так, еще одна, значит, осталась. Неизведанная. Все, я понял. Ну все, ехаем. Ни за что. А все, теперь до конца едем. Интересно, это они про машину или про напиток орут? На самом деле, что-то орёт типа ехуа, еху. Крэш, ты не представляешь, как тебе сейчас повезло. Ну да, вот так орёт. Уже близко. Зима близко, чертяги. Ай. Вообще-то зима уже идет. Я записываю это в декабре. Интересно. Что-то долго я не трогала. А нет, хорошо. А, я ж прыгнул! А чё не по мне ракета полетела? Нас даже не предупредили. Нормально, да? Ах ты ж маленький. Ну и ладно. Ай. Эху-ху-ху-ху. Блин, они такие прикольные звуки сдают. Придурочные, но эти идиотские, но прикольные. Так, это последний круг, нам еще надо победить. Где-то здесь рядом будет, да? Не здесь, но рядом. Прижимайтесь, незнакомо. Да! Все, теперь можно приехать. Да! Изи-пизи, лемон-сквизи. Знак стя наш.
Еще два осталось, и перейдем к платиновым реликам на этом уровне. Ну, на этой секции уровней. Так, отлично. Подписываемся на канал, ставим лайки, включаем уведомления. Увидимся с вами в следующих видео. Наши с вами старом добром консервативном канале. Всем пока.